Запомните, ваша вера может сдвигать горы, а сомнения создавать их. Вера в себя – это сильный психологический фактор, при помощи которого человек добивается желаемых целей, положений, успеха в бизнесе, независимости. Люди устроены так, что каждому из нас необходима вера во что-то. Кто-то выбирает религию, другие – вселенную. Здесь каждый вправе решать сам. Однако всем, наверное, стоит начинать с веры в себя, в свою уникальность, эффективность и способность пройти все испытания на жизненном пути. Меня часто спрашивают, как я все успеваю и почему у меня многое получается. На самом деле все достаточно просто. Реально проще, чем некоторые думают. Надо просто понять, о чем мечтать, чего по-настоящему хотеть. Понимание своих желаний придает жизни осмысленность. Для меня то, от чего нельзя отказаться, это от веры. Она дает очень много сил. Наличие веры всегда дает нам существование надежды на все хорошее. И я уверена на 1000000%, что не надежда умирает последней, а ее обладатель. Приглашаю вас пройти вместе со мной онлайн-курс «Техника молчания» с Татьяной Вишневской и «Техника речи» с Татьяной Вишневской. Вы получите мощный заряд позитива, научитесь ценить себя и свое время, станете уверенным и приятным собеседником.